И всем доброго времени, ребят, с вами спортивный канал Магнито. И как вы уже правильно поняли, по названию видео ролик, а сегодня у нас обзор игры Керлинг. Вот, но перед началом данного видеоролика подпишитесь на мой канал, поставьте палец вверх и прожмите на колокольчик, чтобы не пропустить интересные видеоролики, ну или же стримы. Вот, также подпишитесь на мою, группу ВК, телеграм-канал, дискорд-канал, канал Бутни и, конечно же, Яндекс.Дзен. Там все выходят ролики раньше Ютуба. Вот, так что самые интересные ролики будут выходить именно там. Вот, ну и что? Что же представляет себя эта данная игрушка на ваших экранах? Ну, можно поиграть, вот, поиграть, а настроить игры. Вот, туда можно выбирать всякие камушки разноцветные. Вот, купоны, но это нам не интересно. Дальше можно поиграть против людей в онлайне. Давайте посмотрим, значит, вот здесь вот. Да, давайте вот тут посмотрим. Да, надеюсь, меня слышно будет. Давайте вот так вот запустим наш с вами камушек. Немного поднимем его. Вот, ну, блин, конечно, это не самая удачная позиция. Немцы, конечно же, выбивают наш камень куда мать дальше, но мы-то можем попробовать этот камушек выбить. Нет, мы только ближе к красной мишени. И мы его оттолкнули. Но немцы решили красный свой камень ухитать. Не докинуть до домика. Но мы красный камешек. Блин, ну что это? Вот что это сейчас было? Я так думал, он будет за пределами домика, но не тут-то было. Тут они решили, что еще один камушек им не помешает. И они с легкостью его накинули до домика. Сейчас мы попробуем вытолкнуть хоть один камень. Вот так вот, да. Вот, два камня все еще в центре дома. Центре мишени, так сказать, да? Не, ну игрушка такая вот простенькая. Те, кто любят заниматься спортом, а именно керлингом, не очень смогут в нее поиграть. Ну вот, и жалко, мы не докинули до центра дома, до центра мишени. Да. И тут еще один прилетает камень от сборной Германии. Давайте немного запустим и посмотрим, куда же их вот так вот вытянут. Это очень хорошо, еще один камень нам надо вытолкать. Но тут немцы решили еще один камушек закинуть, и они выигрывают первый сет, правильно понимаю, да? Раундами же сетами зовут, или как? Я вот не прочитал правила именно по раундам, как они называются. Извините меня, пожалуйста.
не обижитесь на то, что я неправильно называю раунд. Любители данного вида спорта, вы не обижайтесь, если честно. Я очень люблю смотреть этот вид спорта, но забыл, что как называются раунды в этом спорте. Вот. Я думаю, вы не обидитесь на этом. Вот, да. Но сборная Германия решила еще один камушек запустить. Вот, но мы попробуем красный камушек вытолкнуть из этого. Ой-ой-ой, хорош, блин. Ну а самое главное сохранять лидерство в этой. Ага, фиг вам. Сейчас мы должны с вами хамушек вытолкнуть. Вот таким вот махаром сделаем. Я думаю, у нас получится это сделать. Ничего себе. Один камень остался в распоряжении немцев, и последний, то, что нам нужно, да, это нам получается вот так вот. Вот, всё. Три камня наших зелёных, получается, уже во внешнем круге. И три камня красных, получается, да? Давайте прямиком камушек. Вот так вот. Одни над ним ничья. Боевая ничья. И начинается второй сет. Насколько я правильно понял, да? Нет, по-моему, не сет называется. Раунд в хёрлинге. Я не знаю, как правильно. Вот вы, если в комментариях напишите, как называется раунды в этой игре, то вы будете 100% правы. Потому что я вот забыл, как называется раунды в этом виде спорта. Вот я вот, честное слово, я не знаю, как они называются. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На тоненького сейчас был момент. На тоненького такой вот момент. Момент я был. Ну вот, да. И сейчас немцы попробуют. Ага. Они все-таки вот по такой тактике, да, хотели? Ну а мы сделаем тактику более такую вот. Так, сейчас нет, не так. Более. Вот так сделать сейчас. Да. Вот так, да. Вот так я и хотел сделать. Но пока что счет один над ним. И нам надо как-то выигрывать. Ой-ой-ой-ой. Сейчас надо на камень вот этот вот выбить как-то. Давайте попробуем. Блин. Это была ошибка, конечно, ну да ладно. Давай. Ну, блин. Так, теперь вот уже интереснее становится. Четыре камня в
внешнем круге, и нам их надо выбить. Вот, все. Два камня уже, получается, у нас остались вражеских камней. Ага, два и вот, вот коты, а. Вот что они делают. Да. Сейчас они постараются. Угу. Да я там с красной бровкой. А мы его просто тупо выкинем. Просто выкинем. Да, и мне слабовато. Ну, пока что по одному камешку у нас. Угу, еще одним, получается, запущен был камень в ближний центральный круг. Но мы его попробуем с вами вытолкать. Хотя нет, не получилось, да? Угу. Но это слабый, конечно, запуск был. Еще один камень. Три камня красных. Сейчас вот как-нибудь их вытолкну. Из этого круга на вот так вот. Все. Теперь нужен какой-нибудь логический способ, как убрать камни из центрального круга. Давайте сделаем вот так, попробуем. Опа-на! Вот так вот, все. Вот таким вот способом надо... Ага. Ах, вы гады такие, а. Так, давайте попробуем сделать вот так вот. Запустим камень. Вот. Вот дальше от этого центрального круга. Угу. Они еще один камень решат. Решают к центру дома. К центру мишени. Прикарабанить. Но мы не позволим этого сделать. И все становится 2-2. Вот. Да, теперь наша очередь. Камень запускать. Угу. Блин. Слишком слабо. Получилось. Угу. И тут уже красный камень во внутреннем доме. Мишени, точнее. Давайте камень мы с вами выберем. И да, вот так вот, всё. Из домика, из нашего домика. Да, тут уже интересно становится. Минус один камень наш. И давайте вот так вот сделаем. Да. Вот так вот, всё. Да, ну а теперь мы смотрим с вами, что придумали немцы. А немцы придумали вот что. Угу. Но мы тогда попробуем сделать вот таким вот способом. Таким вот способом тоже решаем. Блин, слабовато и не точно. Неужто это не сняли? Потому что, ну, это... Просто капец. Давай. Вот так вот. Всё. Минус один камень. Угу. Да, хорошо. Ну и давайте победный нокаут сделаем. Камни. Просто тупо их
мы понимаем отсюда. Но его мы понимаем. Да, блин, ну... Ну что ж такое, да? Ну, это я напоминаю обзор данной игрушки по хёрлингу. Вот, да, и напоминаю подписаться на мой канал, поставить лайк, колокольчик, всё как положено. Вот. Да, ага, вот оно что. Понятно. А мы делаем вот такой маленький. И мы снимаем камень из этого круга мишени. Наш камушек снова стоит в... Ага. Неплохо, смотри. И мы его выбиваем. Всё. Два камня наши полигируют в этой мишени дома. И красный камень немцев всё-таки забирается. Но мы попробуем его выбить. Таким вот макаром. О, неплохо. Я думал, он вообще вылетит. Да, мы делали мишени, но нет, но нет, но нет. Ну как так? Да, сейчас, ребята, попробуем мы с вами его. Вылетит. Вот так вот, да, всё. Два камня уже есть. Да, так, 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 ой-ой-ой-ой-ой. Какой момент. Какой сейчас мог быть момент? Так. Так. Ну и все, четвертый. Так. Так. Давайте. Еще раз попробуем. Во. Все, вот так вот. Ролик, надеюсь, затянется у нас где-то на минут 15-18, я вот точно не знаю. Ну вот. Так что... Думаю, если вам понравится этот ролик обзора, то пишите в комментариях, типа, то, что вам понравился ролик. Вот. Мне будет очень приятно это слышать, видеть, то, что вы пишете. Наш хабушек выбивают из мишени. Ну а мы-то... Мы-то выбиваем камень. Отсюда вот так вот. Ай, блин, хорош, хорош. Да. Ай, ну что ты будешь делать-то, а? Вот этот камень надо отсюда вообще вытянуть. Вот так вот. Всё. Не, ну ты посмотри, что делаешь, а? Бля, вот жесть, вот жесть творится. Сейчас нам надо. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Отлично, отлично. Угу. И они копины такие выбивают наш камушек. Но тут не тут-то было, потому что я не потерплю такого вот. Вот так вот, на, очень. Ну вот. И тут они, конечно, последний бросок за ними. И они, да. 5,
перри. Все, становится. Ну вот. Опять же, я понял, что мишень не ноги. Да, не знаю. Камень. Да, отлично. Давай, не выиграть, не ем руку. Ой-ой-ой, хорош. Да, или наша атака получается идет. И мы попробуем с вами выиграть камень. Вот, все. Чтобы он не был на нашем пути. Да. Опять. Ну опять они. Мама отняли, что ли? Сейчас мы смотрим. Вытолкнули. Миш красный. Каменный миш. Вот. А, или наш камушек. Наш камушек будет в... В красном кругу. Вот, и нам надо побеждать. Ну блин. Последний бросок за нами. И нужен... Нужен нам результат, и мы 4-5 тоже получается забираем этот спец, по-моему, вот так вот, да. Не, ну это, конечно, ролик будет не таким долгим. Где-то 20 минут точно уже запись идет. Очень странно, на мой взгляд, то, что немцы не хотят быстрее закончить этот матч. Ну вот. Тут надо побыстрее заканчивать. Побыстрее закончить. Давай сделаем так. Да, не армия. Бабай, ну что это сейчас было? Кстати, конечно, результатом 2 камня в мишени это очень плохо. Давайте сделаем. Ну блин, ну зачем? Ну можно. Как меня здесь начинается, да? Ну хай. Бери камни уже. Сука. Да, не получим. Да, не надо. Что мы... Один камень мы выбиваем, другой камень, блин, остается. Ну что же, друзья, знаете, какой камень нам нужен? Точнее, игра такая. Так, и опять еще один камень, 8-4. 1-0-5. Ну да, тут я, конечно, не смог постараться выиграть немцев. Ну да ладно, не суть важна победа. Главное, я вам показал,
данный обзор игры данной. С вами был всегда я, Спар, Тимон, канал Магниту. Всем удачи, ребята, не болейте, играйте в столь хорошие игры. Я не изменяю своих близких, носите маски в густонаселенных пунктах, немного-много людей. Ну а также подпишитесь на мою группу ВК, ссылочка будет в описании или же комментарии закрепленном. Также все ссылочки на другие соцсети в описании. Все, ребят, сегодня с вами был Магнит, всем удачи и всем пока-пока.